Привет-привет, меня зовут Тарун Оксана, я директор по развитию бизнеса в украинской компании Джерелі. Сейчас в этом видеоролике я покажу вам 5-минутный рекрутинг в Instagram с помощью первых сообщений. Этот метод приносит буквально за 2 часа, либо час рекрутинга, 1, 2, 3 регистрации новых бизнес-партнеров команды. Очень просто, очень экономит время и очень эффективно. Смотрите, что я делаю для начала. Для начала я иду в свои первые сообщения. Я копирую текст первого сообщения, чтобы уже не бегать. Перехожу в раздел Instagram. Иду в аккаунт, куда еще не работала. Видим, да, что 4 сообщения. И что мы делаем? Так, первое сообщение мы скопировали, теперь мы смотрим. У нас у каждого, у кого есть страничка в Instagram, есть количество определенных подписок. 100% в этом списке есть реальные люди, которые не рекламируют магазины, услуги какие-то свои и не работают в интернете, то есть обычные девушки. Если нету, можно найти по хэштегу таких людей, подписаться на них и смотреть, что они публикуют, и уже как бы собирать их аудиторию. Переходим в раздел «Домик», то есть новостная лента, и смотрим фотографию любой реальной девушки, обычной девушки, да. Переходим, смотрим, какой примерно ее возраст, чтобы не собрать девочек маленького возраста. Ну вот вроде бы Марина Бойко. Смотрите, ставим лайк и теперь идем в список лайков тем, кто поставил. Скорее всего, здесь будут либо знакомые, ну, в основном реальные люди. И теперь мы начинаем отправлять первые сообщения. Заходим на страничку, подписались. Вот, смотрите, 42 минуты. Засекаем время. И пишем. Обязательно обращение по имени. Сейчас мы один раз сделаем. На каждую страничку пишем новое сообщение. Новый текст, чтобы вас не заблокировали. Так. И теперь только запятую я копирую это все дело. И отправить. Один. Здесь не видно, не будем отправлять. Так, где закрытый аккаунт, я тоже подписываюсь и отправляю. Два. На циклетку. Так, еще публикации нету. Ну, давайте напишем, но вообще выбирайте, да? Так. Закончилось. Идем дальше. Можно еще вот такой вот ногтями. Так, 4, 5 это, если я не ошибаюсь. У меня на этом аккаунте, видим, да, подписки не совсем нормальные, поэтому нужно как-то вот так, Елена. Здесь.
8 9 10. Вот видим, да, 4 минуты у меня ушло, так как у меня подписки не совсем люди, те, которые мне надо. Здесь много маленьких девочек, потому что программа подписывалась. Но если вы подписались изначально на нормальных людей, обычных девушек, да, то в принципе у вас здесь будет быстро так перешли по списке, отправили всем сообщение и все, да. То есть очень быстро, очень легко. Вот такой метод рекрутинга приносит моментальные регистрации, да, ну, в зависимости от того, насколько быстро вы будете проводить диалоги, собеседования, смотря что будете рассказывать. Но вывести человека на диалог таким образом очень легко и быстро, потому что более, скорее всего, что здесь в лайках в небольшом количестве сидят нормальные люди. Ну и выбираем, да, тоже смотрим аккаунты, чтобы публикации были. Сейчас я вам как бы рассказывала, пример показывала, вы уже там фильтруете и смотрите, что для вас удобно. Все, на этом у меня все. Была рада поделиться этим методом. Будут еще. Смотрите за моим каналом. Подписывайтесь, ставьте лайки. И до скорых встреч в новых видеороликах.